7 июня. Это уже, получается, первый срок сева. Ячмень, сорт Паустиан. Первый срок сева — это 8 апреля. Разница между первым и вторым сроком 10 дней. Разница по всходам 6 дней. Но в то же время посев раннего срока сева уже, можно сказать, выбросил колос. Это норма высева, это максимальный фон. Здесь норма высева в 5 миллионов. Высота в пределах 70-75 сантиметров. То есть вот такой стеной стоит ячмень. Нормой высева 5 миллионов. Это 4,5 миллиона. Также высота в этих же пределах 70 сантиметров. Хоть и разница между сроками по всходам была 6 дней, все равно этот посев как бы обгоняет не на 6, а на большее количество дней по развитию. 3,5 миллиона, 2,5. 2,5 это 120-125 килограмм. Также высота в пределах 70 сантиметров. И 1,5 миллиона. 1,5 миллиона 75 килограмм. То есть вот такая получается здесь масса. Хорошее кущение у ячменя. А все закрыто. То есть рядки сомкнулись. Как бы нет никаких таких вот просветов. С виду не скажешь, что здесь 1,5 миллиона, но здесь действительно ячмень, он как бы такими, вот я вырву, кустами растет. Ну, по 4, 5, 6, 6, 6 стеблей на одном растении. И здесь таких вот уже хороших на другом 4. И они были еще и сросшиеся. То есть друг друга поддерживали. То есть вот так ячмень себя как бы ведет. И все закрыл листовой массой. То есть тень, нижний ярус листьев даже начинает страдать при такой более невысокой норме высева. И опять же продолжается, ну, да, при такой невысокой норме высева все просто закрыто листовым аппаратом. Это 1,5 миллиона 75 килограмм на гектар. А вот как бы стык. 5 миллионов 250 и 1,5 миллиона. То есть 250 килограмм и 1,5 миллиона. Паустиан в целом себя ведет нормально при загущении. Кстати, здесь вот с кущением, конечно, есть проблемы. Практически все растения, они, ну, то есть они одиночные. То есть нет такого, чтобы было в среднем там по два боковых. Ну, по кущению два, нет, такого нет, только вот в виде краевого эффекта здесь вот как раз и свисает ячмень более такой густой. В этом же случае здесь же все, конечно, все лучше выглядит. Но это ранний срок сева. Ранний срок сева и высокий уровень питания. Ячмень Паустиан, 7 июня.